Чесменское сражение длилось с 5 по 7 июля 1770 года. Шла русско-турецкая война. В Чесменской бухте основные силы турецкого флота построились в две линии из 8 и 7 линейных кораблей. Остальные заняли позицию между этими линиями и берегом. При этом первая линия заслонила русских от огня второй линии, а слишком тесное построение упростило задачу русской артиллерии и способствовало распространению пожаров от горящих обломков взорванных кораблей. В течение дня 6 июля российские корабли обстреливали турецкий флот и береговые позиции. Из 4 вспомогательных судов были сделаны брандеры. Это суда, нагруженные взрывчатыми веществами, использовались для поджога. После того, когда один из турецких кораблей взорвался, огонь быстро распространился на другие корабли в бухте. После Чесменского сражения русскому флоту удалось серьезно нарушить коммуникации турок в Эгейском море. По распоряжению Екатерины II для прославления победы был создан мемориальный Чесменский зал в Большом Петерговском дворце. Были воздвигнуты 2 памятника. В память о Чесменской победе были отлиты золотые и серебряные медали. Они были изготовлены по указу Ее Императорского Величества императрицы Екатерины Алексеевны.